Всем огромный привет! Мы уже первый день на море, естественно. Здесь очень ветрено, я думаю, что меня плохо слышно, но я сейчас попробовала наушники более или менее нормально. Меня просто просили не озвучивать видео, вот, но я не знаю, как не озвучивать их за кадром. Точнее, мне даже особо негде озвучивать их за кадром. Я надеюсь, что у меня будет хорошо слышно. Я тут, ну, не загораю, я тут под зонтиком. Вот. Сейчас покажу вам морешко. Вот таким вот средством SPF я пользуюсь. Я вам покупала его летом в том числе. Ну, летом у нас в Питере, да, очень нравится. Ну, вот не знаю, сейчас протестируем его на море. Но я уже такой покупала не раз. Он устойчив к воде. Вот. Своих намазала. В общем, они купаются. Надо им сейчас еще будет обновить. Себя я тоже первые дни мажу вот этим. Потом другим. Потом с SPF 30 буду использовать. Вот. Так что лежим, валяемся. Вообще красота. Мы, конечно же, поедем на экскурсию. В общем, у нас пришли результаты тестов уже. То есть прошло, получается, сколько раз на следующий день. Вчера нам взяли в аэропорту, и сегодня уже пришли у нас отрицательные, то есть мы можем передвигаться. Тут передвигаться особо некуда. Мы поедем на экскурсию, сегодня вечером мы поедем, ну, тут типа отправляют всех на шопинг, вот. Мы посмотрим, что там есть. Ну, как обычно, как и в Турции, и везде. Вот это золото и шубы. Ну, я ничего покупать такого не собираюсь. Ну, в общем, муж сказал, давай съездим. Давай. Вот. И мы собираемся. Сейчас же проходит выставка. Выставка, я не знаю. Наверное, меня вообще плохо слышно. Вот. Выставка проходит вот это инновационных технологий каких-то там. В общем, у меня муж хочет на эту выставку поехать. И мы еще поедем еще куда-нибудь. Сейчас подумаем, куда хотим. На обзорную экскурсию по Дубаю мы не поедем, потому что мы с мужем там уже были. Ну, хотя Дубай постоянно меняется, но все равно. Вот. Ну, пока что все. В принципе, мои вон в море сидят, море очень теплое, оно даже не охлаждает, я бы так сказала. Мои сидят в воде, и их не вытащить из моря. Вот, ну пусть сидят, а я тут типа загораю под зонтиком. На самом деле просто не хочу больше, ну, на солнце я сейчас сгорю, я себя знаю. Я не чувствую грань, когда мне начинает уже печь сильно. Я обычно лежу, сгораю, поэтому на солнышке не сижу. Ветер, волны, вот, так что вот так.
Всем снова привет! Я сейчас хочу показать... У меня влог состоит, в общем, из нескольких дней, получается. Потому что сейчас уже третий день, как мы в Эмиратах. Вчера мы ездили на выставку Экспо, которая 2020, да, но которая в этом году работает. Очень, кстати, нам понравилось, прикольно, провели там 5 часов, даже больше, то есть, ну, практически целый день. Единственное, что там не очень прикольно, это ходить в жару, то есть там жарко, 33-34 градуса сейчас, даже есть ветерок, но, ну, все равно жарко, жарко, конечно, ходить. Вот, но мы вчера с огромным удовольствием походили, побродили на этой выставке, тем более у меня на эту выставку очень хотел попасть муж. Так что вот, я сижу в купальнике, и сейчас мы пришли с моря, мои пошли в бассейн, меня оставили здесь, я хочу с вами немножко поболтать, и что еще? Вот, и попутно покажу номер. Место, где мы находимся, я вам просто подпишу вот под этим видео, да, потому что я, честно говоря, даже, ну, не выговорю, наверное, вот. А завтра мы едем на экскурсию 5 Эмиратов плюс Индийский океан. Вот. На целый день, в общем, мы уезжаем. И, наверное, на этом все, потому что у нас 7 дней, мы в пятницу уже улетаем, пока неизвестно, когда мы будем улетать. Вот, поэтому, не знаю, еще мы вообще хотели... знаменитый Дубай Молл поехать. Мы там с мужем уже были, на Бурдж-Халифе мы тоже уже были. Вот, но хотели туда как бы с мальчишками съездить. Не знаю, в итоге поедем или нет, потому что стоимость, по-моему, туда-обратно в районе $300. То есть, чтобы нас туда отвезли и забрали. Можно поехать обзор на экскурсии, но, во-первых, мы уже ездили, во-вторых, дети у меня не хотят больше на экскурсию, и... Ну, там вот этот потом на кораблике, там вот это по самый богатый район, Марина, да, называется. Вот, ну, так не очень, на самом деле. Вот кораблик нам точно с мужем тогда не понравился, а ради Бурдж-Халифа ехать еще на обзорную экскурсию мы не особо хотим. Вот, ну, там, правда, на Пальму можно, в общем, ну-ка где. В общем, на эту обзорную по Дубаю мы не хотим с мужем ехать. Но, в принципе, мы хотим в Дубай Молл, но не знаю, поедем в итоге или нет. Ну, если поедем, я, конечно же, поснимаю. Вот. Было много вопросов по поводу поводу перелета. За сутки до вылета мы сдали тест на ковид. Он у нас с мужем отрицательный. Перелету стоил 2499 нас в Санкт-Петербурге. Он, в принципе, был готов, мы что-то в 3 часа сдали, и уже на следующий день утром результат теста был готов. Этот результаты теста распечатывают вам с печатью, и вы летите. В аэропорту все это проверяют. По прилету мы прилетели в аэропорт Дубай, и по прилету у нас взяли тесты. Они тоже пришли отрицательно, они пришли буквально на следующий день, тоже все отрицательно, там еще какое-то нужно скачивать специальное приложение и там что-то заполнять, в общем, и на паспорт с другой стороны ставится такая, типа, наклейку наклеивают такую, что вы сдали этот тест. Вот, действует он в течение 3 дней, и в течение 3 дней как раз-таки можно было поехать на эту выставку, потому что там либо паспорт о вакцинации российской, российская вакцина тоже проходит, либо на выставку Экспо, да, 2020, которая, либо вот этот вот тест, да, который действует в течение 3 дней. Вот, тесты по прилету бесплатные, детям до 12 лет не нужно сдавать никакие тесты, ничего такого не нужно, даже, в принципе, можно без масок детям, но они у меня были. Насчет вообще страшно, не страшно лететь в плане короны, ну, я вам как могу сказать, вот в аэропорту мы были когда, да, там меры безопасности по, ну, то есть соблюдение вот этих гигиенических всяких мер, я не знаю, в 20 раз, наверное, лучше, чем в тех же торговых центрах.
там постоянно ходят, ходят люди, которые протирают всякие перила, столы, стулья. Специально у них такие спреи, пахнет даже вот этим антисептиком, там экскалатор, если, да, вот эти поручни там просто едет, и человек стоит и пшикает и протирает постоянно. Вот. То же самое в самом самолете, там все было протерто, даже вот пахло вот этим антисептиком, плюс сами бортпроводницы, да, они в перчатках, в масках, маски снимать во время полета нельзя, но и никто и не снимал, только когда вы кушаете или пьете, то тогда, конечно же, можно. То есть в плане гигиены, что в Пулково, что в Домодедово, намного лучше, чем в обычных торговых центрах. Заболеть можно везде, не только в самолете, не только в Эмиратах, не только там еще где-то, но в обычном торговом центре, в обычном фикс-прайсе, пятерочке и так далее и тому подобное, да. То есть в любом месте, даже в автобусе, можно заразиться, поэтому здесь как бы, ну такое, да. Вот, мы еще хотели в прошлом году полететь, куда-то отдохнуть, и в связи с обстановкой такой мы не полетели. Но в этот раз муж сказал, что нет, давай летим, давай уж как бы, а ну, все лесом, надо полететь, отдохнуть, в конце концов, на море, набраться витамина D, набраться отдохнуть всем, и детям, и нам, и это очень здорово. Вот. Я думаю, что здесь с этим я ответила на вопрос. Я больше хочу сказать, что если вы очень сильно переживаете насчет обстановки в мире, девочки, пейте успокоительное, ну, честно, потому что доказано, что стресс снижает иммунитет. Даже не столько иммунитет, сколько сопротивляемость организма к различным вот внешним, да, бактериям, вирусам и тому подобное. Поэтому держите свой иммунитет в тонусе, витаминка С и успокоительный. Потому что, ну, у меня есть, да, кто комментировал, кто мне лично писал с такой паникой, там, ну, до панических атак, вот, мне кажется, вообще недалеко. С таким отношением к этому. Я не говорю, что нужно наплевать на эту ситуацию, ни в коем случае. Меры безопасности для себя лично нужно принимать и в самолете, и в торговом центре, и в автобусе, и везде. Просто, ну, не надо так сильно в панику впадать. Пейте успокоительное, если вам страшно, если вы боитесь. Я вот, например, такой человек, который спокойный. Ну, то есть я к успокоительному отношусь спокойно. Единственное, что я стараюсь выбирать на травках что-нибудь, да, там. Есть же там всякие боярышник, или... Не, не боярышник, боярышник. Боярышник тоже можно, девочки. Нет, не боярышник, а кто там? Ну, я не помню, что-то я забыла все. Ну, в общем, вот эти, пустырник, да, там еще кто, вот эти вот все капельки. Да, мы попили капельки, и все, или какие-то специальные препараты антистрессовые и так далее. И все на позитиве. Вот, поплакали, да, и снова на позитиве, вот. В общем, вот так. В общем, я надеюсь, что я на это ответила. Вот, все у нас хорошо, все замечательно. Вот, ну, а вот это вот рассуждать, а если, я не люблю, честно. Не знаешь, где тебя накроют. Ну, случиться можно всякое. В общем, я сейчас покажу номер, но у нас бардак. Кто-нибудь вообще, когда отдыхает, убирается в номере? И я никогда, потому что мы в номере и не находимся, мы в нем только спим. Сейчас вам покажу. Много наболтала, но я как всегда. Значит, вход, да, вот здесь вот сбоку как раз, вот дверь получается. Здесь, извиняюсь, мой купальник валяется, здесь зеркало у нас и вот такой шкаф. Тут я уже кое-что разложила, вот. Ну, как вы видите, бардак, бардак бардаковский. Вот. Здесь тоже одежда, тут, по-моему, запасное постельное белье, я вот не помню. Вот. Здесь даже есть доска. И там где-то был внизу утюг. Вот здесь плечики. Это я все свое повесила. Вот. И здесь тоже плечики. Здесь вот как раз куртки наши. Там вот теплая одежда, в которой мы летели. И здесь еще тоже выдвигающиеся вот такие ящички. Тут тоже вот всякая яка есть. Вот. Дальше мы проходим вот сюда, и здесь такая, типа, а-ля мини-гостиница, диванчик, вещи распространены, я очень извиняюсь, точнее, я не извиняюсь, я отдыхаю, девочки, я не собираюсь в номере еще убираться. Вот, здесь еще такой тоже столик есть, диванчик, маленький столик, здесь вот
картина такая красивая. Кстати, прикольная картина. Я все смотрю на нее, она мне так нравится. Я бы с собой бы увезла. Нет, смотрите, какая прикольная. Что-то она меня вообще вдохновила. Здесь вот лампочка. Здесь выход на балкон. Давайте с вами сразу выйдем. Посмотрим. Здесь два стула, столик. И то, что тут у нас все сушится. И вот такой вот вид. Вид на бассейн. Здесь два бассейна, тут горки. Там бассейн. И у нас как раз вход вот здесь вот. Пальмочки, как обычно. И вот такие вот корпуса. Вот на этих вот автобусах можно ездить на пляж, в ресторан. Территория отеля очень большая. То есть просто можно позвонить из номера, вызвать. Или просто подойти сюда и попросить отвезти. Они спокойно отвозят. Вот. Вот так вот здесь. Вон, видите, приехал кого-то забирать. Вот. Так, давайте дальше. Дальше мы пройдем. И здесь у нас одна большая кровать. Ну, соответственно, телефон, тут всякие зарядки и так далее. Здесь бардак. Телевизор, кстати, есть русский канал. Ну, русский канал, они везде есть. Здесь, в общем, тумбочка. Тут лекарства мои обгорели. У кого-то какая-то сыпь уже у мужа выскочила. В общем, уже давала лекарства от аллергии. Здесь большая кровать, и вот там вот нам поставили дополнительную кровать. На этой кровати сплю я, девочки. Я не стала со своими мужиками спать. А они здесь втроем, кровать большая. Они как раз здесь втроем помещаются. Спят тут всю ночь вообще. Им красота. Я отдельно от всех сплю. Но мы такой номер небольшой взяли, потому что, ну, как бы смысл, да. Мы только спим тут. Вот. Там зеркало и такой а-ля туалетный столик. Кстати, тут тоже ящики выдвигаются. Вот такая железная у меня кровать. Вот. И здесь, кстати, окно. Но я его постоянно занавешиваю, потому что я тут сплю. Вот. И мне вообще кайфово, девочки, одной спать. Я бы всю жизнь бы одна бы спала. Я вам клянусь. Так, здесь тоже там открывается. Я уже не открывала. Здесь у нас просто полочки. И здесь холодильник есть. Вот. Приносят... Вот это я уже давала... как всегда, своим от аллергии. Воду приносят в номер. Это у нас, кстати, с дузифри еще чипсы стоят до сих пор. Купили, думали, пожуем, и что-то они так и стоят. Это мы с мужем кофе сейчас пили. Здесь чай, кофе, сливки, ну, приносят в номер, соответственно, воду тоже можно попить. Здесь чемоданы у нас. Ну, и давайте в ванную. Комната, она вот здесь, вот как раз рядом с кроватью. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, она очень большая, вот эта ванная комната, вот такая. И здесь как раз маленькое зеркальце, большое зеркало, и здесь ванная есть, и даже такая душевая здесь. Ну, ванну никто из нас не принимает, мы как-то не знаем почему, как-то нам не прикольно. Полотенце каждый день меняют, постельное белье каждый день меняют. Прибирают, моют тут все, протирают, и приходишь, антисептиком таким пахнет. Ну как, не антисептиком, не хлоркой, как правильно сказать, не знаю. Вот, так что вот такой вот у нас номер. В принципе, номер просторный, кровать большая. Вот они втроем как раз все у меня помещаются здесь, а я на дополнительной кровати. Хотя дополнительная кровать, это по идее старшему сыну моему. Вот, так что вот такой вот номер у нас. Ну, в принципе, не знаю. Нам очень нравится. Здесь кондиционер. Он, кстати, вот здесь вот дует. Дует постоянно. Вот, так что мы тут вовсю тусуемся. Вот. Вот такой вот номер. Вот. Ну и, наверное, на сегодня я уже буду с вами прощаться. Что-то я немножко обгорела, да? Вот. И на сегодня буду с вами прощаться уже, да? Сейчас пойду в бассейн, и потом мы пойдем на ужин. Вот, и, ну, потом тоже еще какой-нибудь влог поснимаю и завтрашнюю экскурсию поснимаю. Я, вот эта выставка Экспо, реклама даже у нас в России была, вот это вот Экспо 2020 в Дубае, которая, я сделала отдельное видео, там у меня достаточно много, на 30 с чем-то минут получилось. Конечно, все обойти, это вообще нереально, девочки, но выставка классная. Мне очень, я очень горжусь за Россию, если честно, у нас очень крутая, ну, там каждая страна себя представляет, да, у нас очень крутая, получается, этот, покажу, она, видите, какая огромная,
выставка. Вот такая. Там обойти за 5 часов вообще нереально. Мы вчера так устали, просто жуть какая-то. Вот, и то, как представилась Россия, я, правда, по-английски плохо понимаю, я плохо поняла, что там говорят. Вот, это если честно. Но очень у нас прикольная, даже прикольная, чем у американцев. Единственное, что мы хотели попасть еще в Японию и в Германию, там были такие очереди огромные, что мы уже не стали стоять, мы уже были очень уставшие. Поэтому да. Но Россия, Россия, мы молодцы. Молодцы мы. Вот. Так что буду с вами прощаться, девочки. Хорошего вам настроения, позитива, улыбайтесь. Все будет у нас отлично во всем мире и у каждого из нас. Так что нужно в это обязательно верить. Всех люблю, целую, до новых встреч.